Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, и тут куча новинок, не новинок, что-то по распродаже, что-то нет, чем-то запаслась. Самым необходимым то, что мне очень-очень хотелось, чтобы у меня было всегда, даже если в связи с кризисом и с новыми логистическими маршрутами, чтобы у меня не закончилось. Ну что ж, давайте, поехалите. Это, конечно, вот эти салфетки, они мощные, они классные, я их обожаю. Артикул 202-123, обожаю давно, взяла около 20 штук. Дальше, новинки. Lovely Moments. С покупки этого 50 рублей идет на жертву. Как бы мы жертвуем, не на жертву, божечки ты мой, почему я такое сказала? То есть мы жертвуем 50 рублей с каждой покупочки приюта с собачками. И, конечно же, я все купила, я все взяла. Это прям супер-супер. Приходит такой вот в таком щелкунчике в пакетике, чтобы ничего не разбилось. Тарелочка классная. Тут логотип Faberlic, Lovely Moments. Очень качественная, гладкая, прям хорошая. Сверху вот этот рисуночек чуть-чуть шероховый, покрашенный. Вот буду запускать посудомойки. Не знаю, насколько его хватит, но ручками мы уже отучились мыть. Так, это у нас просто тут пленочка. Да, это просто пленочка. Мало ли, что там на камеру видно. Артикул 910-380. И размер у нее идет 20,5 сантиметров, и материал чистый фарфор, ребята. Тарелка коллекции Lovely Moments, верные друзья, очень классная, клевая тарелочка. Далее вот такая тарелочка еще у нас пришла, но это просто отпад, вы посмотрите. Я не знаю, я думала, ой, Вика будет из такой кушать. Потом я подумала, что я Вике такую не дам. Она там зависнет, начнет рассматривать, как свои штаны, и ничего не поест. Ну, посмотрим ее реакцию. Но вы посмотрите, какая красота. Вот как раз детская порция супика или взрослая порция, там, например, кашки. Отлично, просто отлично. Тоже приходит в коробочке, пупыркой завернута. То есть это вы можете дарить, кого-то порадуете и плюс добро приюту обеспечите своими вкладами, помочь. Можете добрые дела классно делать. Артикул 910-373. Размер верха 14 сантиметров, высота 6 сантиметров, материал фарфор. Очень красиво и здорово, прям великолепно. Тоже логотипчик Lovely Moments. Буду показывать все не торопясь. Я думаю, что вы можете легко перемотать. Далее, такое вот зеркало. Очень оно меня удивило. Потому что, ну, во-первых, тут можно вставлять батарейки. Значит, батареек в комплекте нет. Но после того, как вы вставляете батарейки, включаете, тут зажигается свет. Давайте попробуем вставить. Вот, вставили батареечки. Тут такой вот логотипчик Faberlic идет. Пленочку я уже содрала и немножечко обляпала. Ну, ничего страшного, помоем. Тут оно включается. Вот оно выключается. Ну, светит нормально так. А так же, как и, в принципе, прошлое зеркало. Далее, что мне понравилось... Тут батареек много, как вы видите, сверху и снизу нужно батареечки вставлять. Мы сначала ставили только снизу, и у нас не работало. А потом ставили сверху и снизу, и все стало работать. Тут, значит, идет включение-выключение. Но когда вы выключаете, оно не включается тут, потому что надо нажать вот на эту кнопочку, и тогда включается. Далее, что понравилось? Ну, во-первых, черная не маркая, прикольно, стильно смотрится. Можно его ставить таким образом, а можно перевернуть и ставить таким образом. Вот это тоже прикольно. Далее, у этого зеркала очень интересный функционал. Сюда, а вот, прижимается, боюсь сломать новое. И самый прикол, тут еще есть такая вот мини-штучка. И, ну, тут тоже уже нет пленочки. Я ее содрала, как вы видите. Ну, тоже надо помыть на присосочках. Эти присосочки можно убрать. Можно воткнуть обратно, поставить. Тут они вот на таком вот моменте держатся. То есть сюда, когда проделываете подальше, оно уже держится хорошо. И получается, его можно на присоске сделать таким образом и смотреться уже в увеличительное стекло. Тоже как бы очень-очень интересное зеркало. Приходит оно в такой упаковке, поэтому дарить его будет очень интересно. Артикул 910-333. Размер у него тоже очень удобный, не маленький, плоский, классный. 17 на 22 сантиметра и 7 сантиметров. А вот есть по-русски. Материал ABC-пластик, стекло, нержавеющая сталь, LED-лампы. Элемент питания работает от батареек типа АА 4 штуки. В комплект поставки не входит. Номинальное напряжение 6 вольт. Размер 17 на 22. Дополнительное зеркало 7 сантиметров. А вот такая вот красота. И мне кажется, это просто суперский подарок.
И я с удовольствием закажу штучки 3-4. Знаете, для чего? Для того, чтобы, мало ли, незначительно там у кого-то дыре, я могу подарить парфюмерную воду, денежку в красивый пакетик сложить, и вот это зеркало. Это будет нормальный, полноценный, классный подарочек. Ну, денежку я обычно кладу или 5000, или 1000 рублей. Но все равно, сколько бы вы ни дарили денег, деньги они тратятся быстро, и все. А подарок, он надолго остается. Дальше подержали. Вот этот триммер, я его просто боготворю, но недавно я его просто сломала в хлам. И свекр мне его склеил, все нормально, но сейчас вот это вот место я уронила. Я так понимаю, что я несколько раз роняла, и вот это место, оно, по идее, открывается для чистки, но больше не закрепляется. Тут можно открывать, все там внутри чистить, вот эти все волосики. Я сама этим триммером пользуюсь, я сама им бреюсь. Он бреет не так, чтобы прям чисто-чисто, но мне нравится, потому что, когда я начала проходить электродепиляцию аппаратом, который я ранее в обзорах вам показывала, там была проблема в чем? Проблема была в том, что нельзя делать депиляцию воском, да, и так далее, и только и он заряжается. Вот эта штучка из носа волосы убирать. Также зарядка у него идет такая вот, не на батарейках, что тоже хорошо. Зарядил, взял с собой, хватает на очень много дней. И еще дополнительно такая вот насадочка. Тут две насадки, и он действительно классный. На подарок он тоже классно очень подойдет, тоже суперский. И в принципе я им пользуюсь всегда, когда он мне нужен. Для бритья он для мужчин, ну, как таковой не подойдет, потому что он не совсем под ноль бреет, даже если убрать насадочку. Но вещь действительно классная. Действительно, бережное удаление нежелательных волосков в носовой области, эффективное и безопасное удаление волос в ушах и коррекция формы усов, бакенбардов, бороды. Но им пользуюсь в основном я. Муж у меня любит бритву. У него нет бакенбардов, бороды, а вот мне он безумно, прямо безумно подошел. Так, девочки, артикул 118.06. Классная штука. Обязательно заказывайте для своих мужчин или для себя любимых. Им очень классно бриться везде. Везде, даже интимные зоны, подмышки, ноги, вот так вот. Чуть-чуть, конечно, остается вот эта вот небольшая щетиночка, но она мне нужна для того, чтобы провести фотоэпиляцию. Я заказала фотоэпилятор на 300 вспышек домой себе, маленький такой. Сейчас вот борюсь с волосками таким образом. Что-то как-то эффект не особо хороший, но это не в триммере дело, а в фотоэпиляторе. Может быть, я ошиблась с ним, но вот этот триммер просто обалденный. Конечно, я была очень расстроена, что он упал, потому что, ну, вот таких удобных, ну, навряд ли в магазине можно вот так с первого раза найти. И тут я захожу на сайт, и он есть. И я заказала. Потом думаю, надо было заказать штук 5. Лежите, они хлеба не просят. А вещь такая классная, что прям супер-супер. Дальше, значит, вот такие брелочки. Артикул 910-373. У меня их уже разобрали, уже поделили. Размер 5,5 на 5 сантиметров. Это у нас Арчи. Собачка Арчи. Тут логотипчик Lovely Moments. Смотрите, какой он зеркальный, даже отражение видно. И он такой, знаете, тяжеленький, из металла. И очень крепкое, классное кольцо. Ну, прям все идеально, видите сами. То есть хорош, Арчи хорош. А вот этот у меня забрала уже старшая дочка, Катюшка. Артикул 910-372. Этого красавчика зовут Байт. Такой на шпагате. Ну, прикольно для ключиков, в подарочек подарить и детям, и взрослым будет прикольно. Такой вот Байт. И не забывайте, 50 рублей с покупки отходит приютом. Вот это самое суперское. Это классно, что компания это организовала. Вот, но сейчас как бы очень, конечно, ситуация непростая, и понятно, что у приютов мало денег. И собаки кушать хотят, чтобы не происходило. Собачки не виноваты, что их когда-то приручили, может быть, бросили, а потом они нарожали кучу малышей на улице. В общем, приюты молодцы. Артикул 910-371, тоже 5,5 на 5,5 сантиметра. Тоже классные брелочки. Дальше, артикул 910-369, это магнитные закладки. Магнитные закладки, это вообще моя страсть. Давайте тут посмотрим. Это на картонке. Все, как классно будет кому-то дарить. Классно будет для себя. Ну, представляете, такой довольный песель будет вам улыбаться на закладке. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, классно, новенькие такие, хорошенькие. Ну, красота, мне нравится. И такое, кстати, можно тоже на подарочки сунуть людям, особенно кто любит читать. Это ми-ми-ми-ми-ми-ми.
Вот даже если взять наш каталог Фаберлик, тут, кстати, вот это да. И вот если зацепить толстый слой, допустим, 3-5 страниц, оно будет держать хорошо. Видите, классно делает закладки в книжке. Прям супер. Я прям в восторге от этой штучки. Так, называла ли я артикул 910-369, размер 6×37. Материал бумага магнит. Очень разношерстный товар. Фаберлик Спорт у нас пополнился такой вот прикольной штучкой. Я ее уже попробовала помассировать все кругом, все везде. И я вам могу сказать, что это жесткая штукенция. Гиперемия сразу вылазит. И когда вы массируете, посмотрите, прям точки остаются сразу же. И тело начинает действительно краснеть. И прям массаж так массаж, я бы сказала. Особенно по спине. Очень приятно по спине. Прям супер. Я сделала вот так мужу вдоль позвоночника вот этими двумя штучками. Вот позвоночник посередине и вот эти мышцы с боков. Я ему вот так вот покатала. Он просто с такой кайф словил. Он захотел еще и еще. Серьезно вам говорю. Вообще штука классная. Не только антицеллюлитная, но еще и вдоль позвоночника просто бомба. Вот как раз тот вот самый размер. И я то так покручу, то вот так ему поделаю, чтобы мышцы по бокам тоже немножко поработали. Ну, прикольно, конечно. Артикул 910-394. Он идет как, получается, улучшает циркуляцию крови, нормализует обмен веществ. То есть можно что-то антицеллюлитное намазать и раскатывать по антицеллюлитному крему. Снимает усталость, болевые ощущения в мышцах, оказывает антицеллюлитный эффект. Штука шикарная. Длина 41 сантиметр. Массажные ролики 5,5 сантиметров. Шикарные такие упругие, классные, сделаны здорово. Не знаю, насколько моей фантазии хватит, но мыть его тоже будет очень удобно. Не знаю, можно ли такое чудо в посудомойку, я думаю, нельзя. Далее, как обычно, в заказе 10 штучек шоколада на меду с кокосом и нони. Это 100% натуральный шоколад без добавления сахара. Он идет на меду, 70 грамм. Там еще есть спирулиной, но вот этот Викуська у меня любит больше всего. 100 лет его уже не показывала. Он мягкий, он может растаять. И вот такое у него напыление кокосика. Викуська кушает с превеликим удовольствием. Артикул 160-57. Прямо она его любит, выбирает больше всех. Так, дальше что у нас? Плед. Огромный классный плед. Вот смотрите, какой он классный получается. Он очень плюшевый, хорошенький такой. Состав у него суперский. Артикул 910-408. Плед, верные друзья. Размер 130×180. То есть такой большой, полноценный, классный плед. Все, я его распаковала. Давайте попробуем посмотреть. Какой... Ой, господи, какой мягонький. Не могу прямо. Это изнаночная часть. Куча-куча собачек. А это, получается, лицевая часть. Но они особо не отличаются, хотя изнаночная слегка побледнее, чем лицевая. Мне кажется, он подойдет ко всему, потому что цвет у него такой прикольный. Такой вот хорошенький, реально большой, суперские ножки где-то укрыть. Ну, шикарно, шикарно, конечно. Вот как он прошит. Тоже будет очень классным подарком. Вот я прям люблю что-нибудь от Фаберлик дарить, присматриваю, ну прям будет классным подарочком. Ну и вот как за ним тут ухаживать, то значки понимают, я не все понимаю, к сожалению. Да, стирать можно. Плюши, прям плюши, мягкий-мягкий такой. Бежим дальше. Кружка. Классная, прикольная кружка. Почему-то собака наоборот. Я не поняла этот прикол. Но когда вы наливаете, там остается пустое место. С этой кружки удобно пить. В том плане, что вы даже кипятком не обожжетесь. И получается, вот эти ушки у кружки. Тут есть выемка под эти ушки. Ну, это стекло. Обычное стекло. Артикул 910-381. Объем 320 мл. Кружка действительно такая большая. И высота 10,5 сантиметров. Верные друзья, Lovely Moments. Обычный такой клевый стаканчик. Им будет очень удобно пользоваться в посудомоечной машине. Вот удобно мыть, рисунок точно не сотрется, ничего, все будет хорошо. Далее, такая вот кружечка с артикулом 910-378. Объем 300 мл, высота 6,5 сантиметров, материал фарфор. Такая вот красоточка, она маленькая. Маленькая, удобненькая. Тут логотипчик. И тут вот эти вот верные друзья, как на футболочке у Вики. Классно. Прикольно.
Это у нас папочка для бумаг. Большая такая, формат А4, артикул 910-344, размер 31 на 22 сантиметра. Она сейчас идет в упаковочке. Вот такая папочка. Обычная, без заклепок, без всего. Сюда что-то складываете и знаете, что у вас к чему. А это наклейки. Реальные наклейки, верные друзья, артикул 15 на 21, то есть сделали и для взрослых, и для детей. Классные, прикольные наклеечки. Они идут на белом фоне. Как вы видите, это, кстати, картонку можно еще изрисовать. Вот так вот отклеиваете и приклеиваете, куда уже вам хочется. Ну, я не буду портить, отдам Викуське, пусть Викуська решает, куда она хочет их приклеить, зачем и так далее. Далее я запаслась кофе, взяла 20 баночек. Ну, почему 20? Во-первых, чтобы нам хватило, мало ли его не будет наличия, потому что мы его очень любим. Это кофе натуральный, растворимый, сублимированный, но с добавлением кофе натурального жареного молотого, и он называется «День». Артикул 16049, он более щадящий кофе, в нем меньше кофеина. И больше тиамобрамина, по-моему. И получается, у него более мягкий эффект. И если его попить на ночь, то вы все равно уснете. Вот такое вот это кофе. 95 грамм, 16049. Оно идет действительно сублимированное. Ну и, конечно, у меня очень много кто из соседей уже на этот кофе подсел. Поэтому я еще взяла на них. Кто 2 банки заказал, кто 5 банок заказал. В общем, я им в чат кинула. Говорю, девчонки, пока кофе есть, будете, не будете брать. Дальше, к сожалению, кетчуп классический, была одна штучка на складе, это кетчуп, который безвредный, он содержит полезные пищевые волокна, соль с пониженным содержанием натрия, он идет без ГМО, без крахмала, без сахара, 35 калорий на 100 грамм, и тут идут, действительно, это правильный кетчуп с пищевыми волокнами. Артикул у него 16050, кетчуп классический. Он очень вкусный, был сколько-то по распродаже, но вот мне удалось только одну штучку взять. Дальше вот такой вот шоколад зверюшки, тоже он был в распродаже. Я хапнула 5 упаковочек, артикул 16095, шоколадные зверюшки. Так, этого я тоже взяла много, но это обновленное антибактериальное средство против бактерий и вирусов. Мы его заливаем в робот-пылесос, ну или где-то что-то нужно обработать. Чаще всего в робот-пылесос. Артикул 30136, он подходит ко всему. Он против бактерий и вирусов именно идет. Он эффективно дезинфицирует поверхности приборов, гаджетов, полов, мебели, оргтехники, игрушек, обуви. Удобен в период обострения вирусных заболеваний. Тоже как бы шикарно, клево, классно. Нам нравится. Он идет без запаха, вкуса, цвета. Берем его на постоянной основе. Очень-очень любим. Даже вот в дороге, когда мы забыли санитайзер, но взяли это средство, мы им обеззараживали руки, и даже руки он не сушит. Классно и суперски. Вообще, очень хорошая штучка. Далее, новые пищевые добавки. Очень классные, кстати. Обязательно распечатала аннотации. Итак, как же оно выглядит? Здоровье это очень важно. Это такие вот капсулки. Внутри, я так понимаю, идет порошочек. Их можно раскрывать. И вот такой вот порошочек внутри, вы видите. Я прям вам все-все при все показала. Их можно рассыпать и наводить ребенку, я так понимаю. А можно просто принимать взрослым. Но про детей тут ничего не написано, ничего не рассказано. Давайте будем смотреть. Значит, биологическая активная добавка к пище Kelp. Мультивитаминный комплекс, созданный природой. Kelp – это бурая морская водоросль из отряда ламинариумы, богатая витаминными, минеральными веществами, микроэлементами, клетчаткой, видимо, и йодом. Многочисленные исследования доказывают, что употребление водорослей положительно сказывается на состоянии здоровья. Kelp содержит 46 видов минералов, 11 витаминов и 16 аминокислот. Обалдеть, ребят! Особое место в составе занимает йод, хлорофилл, железо, железо и кальций. Ну, вот все, что вот вообще мне сейчас нужно. Потому что я-то как раз давно не пила ни йод, ни железо. Так, дальше.
Так как бурая водоросль богата йодом, ее употребление оказывает положительное воздействие на щитовидную железу, которая регулирует гормональную систему нашего организма. Помимо положительного влияния на эндокринную систему, в йоде способствует нормализации обмена веществ и оказывается помощь при коррекции веса. Дефицит йода может замедлить метаболизм до 50%. Таким образом, употребление добавок на основе бурой водоросли улучшает метаболизм, тем самым способствует естественному процессу похудения. Ребята, это мне. Итак, значит, в целом это дополнительный источник йода, дополнительный источник хлорофилла, способствует укреплению иммунной системы, положительно влияет на эндокринную систему, оказывает противовоспалительное действие. Форма выпуска капсулы массой 0,326 грамма, в упаковке 60 капсул, содержание вещества в рекомендуемой суточной дозе в двух капсулах 150 мкг. Срок годности 2 года, вес 18 грамм, страна производства Россия, серия Фитополис. И состав у него, вот тут вот уже не буду все это перечитывать, как применять в качестве биологически активной добавки пищи дополнительного источника йода. Рекомендации по применению: взрослым по одной капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Ну что, ребята, супер. Поставлю на кухню, он быстро уйдет. И если по 1-2 раза в день, тут 60 капсул, ну считайте, сколько это надо на 6 взрослых. Я сейчас буду покупать их на всех 6 взрослых. И далее у нас с вами идет, это биологически активная добавка, антипаразитарный комплекс. Тут 45 капсул, если тут 60, то тут 45 капсул. Ну, даже если паразитов нет, то когда вы начнете пропивать это все дело, вы почувствуете, как вы лучше себя чувствуете. И это значит, что они были. Ну, есть всякие микроорганизмы, например, типа лямлей. Ну, я не буду вас сейчас грузить этой ерундой. Кому нужно, тот может почитать. Все вот так вот закрыто, упаковано, приходит. Это мультивитаминный комплекс, созданный природой. Антипаразитарный комплекс направлен на очищение организма от широкого спектра паразитов. Человеческий организм – это идеальная среда для развития паразитов. Угу. Вот такая классная штука. Паразитирующие организмы могут находиться не только в кишечнике, но и в печени, и под кожей, в мозге, в глазах, органах дыхательных систем. Ну это да, это правда. Запах у них такой не особо, но они и запакованы. И основным компонентом в антипаразитарном комплексе является черный орех. Это родственное грецкому ореху растение, давно применяемое для лечения от паразитов. Польза черного ореха для человека несомненна. Лекарственные средства, изготовленные из частей этого растения, активно борются с гельминтами, уничтожают взрослых особей и их личинки и выводят из организма. Ребят, кто это будет делать, пейте минимум 1,5 литра воды в день, пейте, обязательно пейте. Не смейте пить эти препараты, пока вы не поймете, что нужно пить воду 1,5 литра в день. Это очень важно. Также употребление препаратов из черного ореха приводит к активизации иммунной системы и сопротивляемости организма разным болезням. Вот она, аннотация. Это прям с сайта я распечатала, но чтобы было удобно, распечатала с принтера. Значит, дополнительный источник — рутина. Компоненты в составе оказывают противовоспалительное действие на организм, очищают организм от широкого спектра паразитов, улучшает работу ЖКТ, выводит из организма продукты жизнедеятельности паразитов. Это, кстати, очень важно. В упаковке 45 капсул, содержание вещества в рекомендуемой суточной дозе в трех капсулах 30 мг. Вот идет состав. Пожалуйста, читайте. Поставьте на паузу, почитайте состав. И как применять в качестве биологически активной добавки пищи дополнительного источника рутина. Рекомендации по применению: взрослым по одной капсуле 3 раза в день во время еды. 3 раза в день во время еды по одной капсуле. Угу. А их всего 45. Продолжительность приема 2 недели. При необходимости прием можно повторить. Вот. Противопоказания, ну, тут не является лекарством, беременность, кормление грудью. Все-таки обычные противопоказания, какие и бывают. Значит, для лечения, восстановления здоровья, профилактики инфицирования паразитирующими микроорганизмами применяются противопаразитарные средства. Но вот в основном это для тех, кто любит питаться в общепитах, купаться в бассейнах, ездить на курорты различные. Ну, вот это для меня.
Я вам честно скажу, потому что я очень часто питаюсь в отелях, купаюсь в бассейнах каких-то. Недавно мы были в аквапарке. И вот это все надо обязательно понимать, что, ну, все равно, когда людей куча и люди не чистятся, задумайтесь об этом. Это очень важно. Иногда человек болеет только из-за того, что у него там в легких что-то есть. Я вам даже скажу больше. Когда мы ездили ко врачу, у меня папа все время кашлял. После паралича, он все время кашлял, он парализован был 4 года назад уже скоро 5 лет будет, и врачи не могли ничего найти. Мы съездили к очень дорогому врачу, свозили папульку, ну ему, понимаете, 75 лет, и он еле ходит с палочкой, у него все болит, и там ему ставят аскаридиоз легких. Просто вот. И мы начали пить различные БАДы для того, чтобы восстановить его здоровье. И, конечно же, мы пили траву, полынь, пижму, кору крушины. Процесс это очень длительный. И потом мы начали тоже антипаразитарный комплекс пить, но так как его в компании Faberlic не было, у нас же есть еще один очень сильный антипаразитарный комплекс, антигельм от BSC. Он тоже очень крутой. Это я советовалась с врачом, поэтому я вам так говорю. Антигельм тоже очень крутой. И вот тут самое интересное произошло то, что он у нас и заходил, и забегал, и на массаж захотел, и щечки порозовели, и все у него пошло замечательно. Вот такая у нас была история. Папе 75 лет, и, конечно, мы даже и не подумали, что он не может выздороветь из-за того, что у него такие вот есть проблемы. Мне очень, конечно, приятно было в этом признаваться. Люди этого боятся, стесняются. Но вот вы знаете, мне кажется, что я вот своим примером вам сейчас могу рассказать, как вот он много лет, не ведая об этой проблеме, у него болели легкие, ему чуть астму не поставили. А на самом деле вместо астмы там была абсолютно другая причина. Абсолютно другая причина. И все вот эти вот баллончики, которые пшикают люди от астмы, это может быть и не астма, а может быть вот это надо пропить. И пропить подольше, понимаете? Поэтому организм вообще очень сложная штука. Я не медик, но у меня просто подруга медик, 20 лет стаж, и она мне когда все это рассказывает, конечно, сложно ей не поверить, потому что очень много людей она вылечила и сделала здоровыми. Такая вот история. Ну, слушайте, прям зверь. Эта штука. Так, артикул 8749. У нас появился кёллер для ресниц. Ну, классно, классно. Нужная штука, полезная. Тут очень мягонько все, видите, реснички подбивать будет отлично. Ну, здорово, никаких нареканий нет. Просто очень удобно, видите, даже держать руками, прям все продумано. Очень удобная, хорошая штучка. Так, дальше покажу вам карандаши. Карандашей наличия особо никаких не было. И я заказала всего лишь 3 карандаша. Так, значит, автоматический карандаш для губ. Артикул 40-932. Давайте же будем смотреть, что в нем автоматического. А, ну он вот так вот выдвигается. Понятно все. Прикольный такой цвет. Вот такой вот он. Давайте будем пробовать его. Автоматический карандаш для губ. Ну, цвет такой. Кстати, цвет очень хорошо передается. Спасибо, моя дорогая камера. Отлично, просто отлично. Следующий карандаш идет, получается, автоматический карандаш для губ. Артикул 40-930. Я не смогла заказать карандаши все. Их не было просто в наличии пока что. Поэтому вот так вот. Очень светлый автоматический карандаш для губ. Ага. Дальше автоматический карандаш для глаз. Для глаз. То есть это вот два для губ, а это для глаз. 58-24. Такой вот коричневый приятный оттенок. Ну, вот такие вот карандашики. Вот так только. Была распродажа, я себе взяла гель для умывания для проблемной кожи. Он действительно прекрасно очищает кожу от загрязнений благодаря мягким очищающим компонентам и экстрактам из морских водорослей. Наносить легкими круговыми движениями на увлажненную кожу лица, тщательно смыть водой. Он, знаете, такой прямо слизенький, интересненький. Его надо совсем чуть-чуть. Он очень хорошо работает.
Вот он такой. Он очень хорошо работает, и его на очень долго хватает. Прям на очень долго. Запах у него какой-то, знаете, такой не очень приятный, ментоловый, но он мне понравился. Артикул 1508 прям понравился. Склизенький-склизенький. Далее, сухой шампунь для темных волос. У нас с вами появился артикул 2870. Видите, немножечко он идет с таким вот как оттеночком слегка. Это классно. Классно, потому что некоторые брюнетки жаловались на то, что у них остается белый налет. Ну вот, компания услышала. Запах очень сладкий, очень яркий. Прямо вообще. Далее, вот такое вот жидкое мыло с хлордексидином. Антибактериальный эффект. Артикул 2717. Заказываю не первый раз. Вы знаете, густое, долгоиграющее. Хватает надолго. Кожу не сушит. В общем, прям, кстати, вот это вот очень сильно холодит еще. Вот эта вот умывалочка. Она очень сильно прохладная, прям такая, лицо прям холодит, забыла про это сказать. Значит, жидкое мыло с хлордексидином идет 200 миллилитров, 2717 артикул. Оно обеспечивает чистоту рук, не пересушивает, да, все таки есть, и оставляет на ней легкий цветочный аромат. Вот аромат до такой степени легкий, что он практически не чувствуется, скажу вам честно. И в составе средства высокоэффективный антибактериальный компонент хлордексидин. Вот так вот. Далее, вот такая вот обалденная новинка. Это рефрешер для одежды и тканей. Я очень удивилась, когда его заказывала. Запах у него цветочный бриз. У него, я его уже открывала, то есть он такой вот легкий. Распыление идет прям обалденное, я думаю. И аромат еле-еле уловимый, какой-то такой вот приятной свежести, цветочный бриз. Ну да, цветочный бриз больше, конечно, чистотой какой-то отдает, а не цветочным бризом, какой-то, вы знаете, такой легкой чистотой. Артикул 302-88. Он освежает, восстанавливает гладкость одежды и тканей, быстро и эффективно устраняет с волокон неприятные запахи от пота, табака, затхлости, типичные кухонные ароматы после приготовления пищи, предотвращает необходимость частой освежающей стирки почти еще чистой одежды после 1-2 дней носки. Помогает моментально разгладить заломы. Вот это тоже прикольно. У нас есть спрей для разглаживания, а тут прям все в одном. Помогает разгладить заломы, замятости на легких и неплотных тканях без использования утюга. Идеальный помощник, когда нет возможности погладить, особенно рекомендован для ухода за рубашками, блузками, школьной формой, футболками и платьями, шторами, гординами, трудно поддающими стирки тканевым поверхностям, пледом, мебельным обивкам, матрасам, коврам, постельным бельем, спортивными сумками. Ну, вообще круто, ребят. Отлично подходит для освежения чистых вещей, которые долго хранятся в шкафу. Ну да, да, кстати, бывает же такое. Более 1000 распылений в одном флаконе. Легкий гипоаллергенный аромат. Ну что ж, будем пробовать, смотреть, посмотрим, что там у нас в пустышках мы нашлепаем, напшикаем. Вот, очень интересно, очень интересно. Далее у нас появляются такие вот массажеры для лица. Это очень полезная штука для лица и для тела. Первый вакуумный массажер у нас получается артикул 910-360. Ну, смотря как вы захватите. Может быть, конечно, и очень больно. Может быть, можно и легонечко захватить. Они очень такие упругие. Как эспандер, слушайте, очень сложно с ними будет работать. В плане того, что действительно они очень гладкие такие, захватывают хорошо, а сложно, потому что тяжело вот так вот надавливаются. Их лучше всего делать с маслом. Там очень хорошо прорабатывать мышцы спины или места, где есть целлюлит. Прям очень хорошие упругие, качественные, прям супер. В наборе две штуки, одна 4,5, другая 3,5 сантиметра. Артикул 910-360. Следующее идет для лица. Артикул 910-359. Вот им, дорогие мои, как можно испортить лицо, чтобы оно поплыло, так можно и сделать его очень молодым. Поэтому строго по массажным линиям пользуйтесь этой штучкой. Прямо строго. Защипывается, держится хорошо. И с кремом будет отлично ездить по коже.
Ну вот я сейчас без крема, ну такие себе ощущения, не особо хорошие. Конечно, крем или масло тут самый главный помощник вот этого дела. Ну все понимают, как это полезно, все до единого. Далее такая вот интересная штучка, тоже новинка, артикул 910-357. Это двухсторонняя щетка для умывания, материал ABC пластик, микрофибра, размер 7 на 7 сантиметров. Ну что ж, давайте открывать. Подойдет как подарок, потому что штучка реально прикольная. Тут вот закрывашечка, и вот это, я думаю, вы слышите, это очень густая какая-то вот умывалочка, а это такая вот резиновая штукенция, чтобы ей умываться. У нас что-то вот наподобие вот этого было, но два в одном, я думаю, прикольно. И прикольно еще то, что тут есть дырочки в закрывашке, и вы, допустим, умылись, надели, и она у вас не заплесневает. Но можно брать с собой в дорогу из этой крышечки. Просто супер. Сырая, она у вас не испортится, циркуляция воздуха будет. Просто великолепно. Как обычно, биокапсулы для посудомоечной машины, я без них жить не могу. Это классный биокапсул, биоразлагаемый, экологически чистый, не наносит вреда окружающей среде. Артикул 109.02, тут 20 штучек. Побежим с вами далее. Это сумочка, кстати, очень удобно для тех, кто путешествует. Лично для меня очень удобно. Артикул 910-358. Называется органайзер для сумки. Материал полиэстер, размер 29 на 17,5. Вот такая вот классная штукенция. Сумочка идет с ручками, но она тут еще и закрывается, застегивается, да, ее можно тут застегнуть, пристегнуть. То есть вот это все можно сделать на кнопочки. Вот оно, видите, застегивается со всех сторон. Это такой многофункциональный органайзер, я бы вам сказала. Очень удобный. Взял с собой все в одном месте, допустим, и уже здорово получается. Ну вот давайте возьмем вот этот вот тоник наш новый. Смотрите, как классно. Сюда войдут и ватные диски, и тоник, и все великолепно входит. То же самое, допустим, уходовое средство для солнцезащитки. Тоже великолепно. Дальше. Вот тут эта сумочка, она, получается, идет открытая. Угу. Но тут есть такие вот закрывашки. Тут раз кармашек, два кармашек. И вот тут сверху нету ничего, чтобы вы могли застегнуть. Вот тут не очень такой удобный момент. Потом 3-4 кармашек, 5-6 кармашек, сеточка. И с этой стороны тут куча различных кармашков. И застегивается. А нет, не застегивается, а два таких вот кармашка. Это вот такая вещь, которую вы носите, но носите только таким образом. То есть кладете в сумочку, у вас все в одном месте, но практически ничего не застегивается. Такое ощущение, что не хватает, знаете, чего-то вот такого, чтобы это все застегнулось. Но удобно, удобно, классно, здорово прям. Мне такая вещь понравилась. Дальше, как обычно, переводки для тела, татуировки переводные. Артикул 710-30, но это у меня Викуся. Это у меня Викуся уже баловался. В серии спорт появляется эспандер универсальный. Материал латекс, полиэстер, эва, ПП. Размер 146 сантиметров, сопротивление 15 килограмм. Для неподготовленных на следующий день все будет болеть. Так, ну тут все регулируется. И вот, ой, какой сильнющий эспандер. Ну, ребят, обычный эспандер. Просто крепкий, хороший, качественный, обычный эспандер. Качать ноги, руки, там, все, что хотите делать. Пресс за ноги загнули, и уже пресс хуже делается, ну, в смысле, сложнее. И все такое прочее. Далее, новая версия водички Пуртужур. 50 миллилитров она идет. Очень классная у нее тут аннотация. Тут она была заклеена, но я уже расклеила, распечатала. Я же не могу, прям мне не терпится. Я очень люблю такие вот красиво оформленные парфюмерные воды, потому что их и дарить-то классно, понимаете? Это духи для женщин, группа Экстра. Парфюмерная композиция разработана и изготовлена во Франции эксклюзивно для Faberlic. Это новый свадебный аромат. Не новый, а точно такой же, как и был, только в новом оформлении. Артикул 33-21. Открываем.
А тут такая вот красота. Очень такая, как из-под телефона, плотная классная коробка, как из-под Самсунга, с которого я снимаю. Вот так оно выглядит. Водичка как будто на пьедестале. Ее достаете. Такая вот упаковочка. И очень красивое оформление. Прям суперское. Шикарно такие тут голубки. Это можно использовать даже как статуэтку отдельно. Очень красиво. И вода с таким же самым ароматом, с каким и была вот эта вот искристая нежность, я бы так сказала. Нежность, свежесть, ощущение чего-то классного, хорошего. Ну и такой вот вкладыш. Очень красивый тут. И на нескольких языках написано, что, дорогие друзья, у вас в руках особенный аромат. Он был создан французским парфюмером специально ко дню нашей свадьбы. Мы думали, какой подарок сделать гостям, чтобы у них осталась память об этом счастливом для нас событии. И решили, что лучше всего сохранить настроение праздника свадебный аромат. Аромат так понравился нашим родным и друзьям, что по их просьбе и при поддержке специалистов Faberlic мы выпустили аромат Pour Toujours, чтобы со всеми поделиться атмосферой нашего праздника. И теперь и вы гости на нашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. С уважением, Алексей и Елена Нечаевы. Представляете, какая романтическая история. Как много этот аромат значит для компании Faberlic. Просто шикарно. Ну да, нежная такая, легкая искристость. Мне нравится этот аромат. Далее губка с мылом. Если честно, я не очень такую губку люблю, но что поделаешь. Заказала на обзор. Она приходит в таком вот пакете шабаршашном. Ну, это наш семейный прикол, шабаршашный пакет. Вот, искажаем специально слова. Артикул 910-335. Мочалка с кусочками мыла апельсиновая меренга. Пахнет довольно-таки прикольно. Нормально, но она не супер прям мылится. Я ее даже не пробовала, так как новинка выпущена. Но до этого пробовала предыдущие такие же вот с мылом. Их тут много. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть шариков, семь. Ну, ее действительно удобно брать с собой, потому что она уже с мылом, и она мылится. Но дома как бы эта вещь не особо-то так вот полезна, потому что шарики заканчиваются, и потом мы просто пользуемся как обычной губкой. И когда я ее под душ помещаю, то вот так вот жамкую, жамкую, жамкую. Она, наконец-то, ну, долго. Это не гель для душа, конечно, эти шарики, это мыло. Она соблаговолит размылиться. Вот вы и мылитесь, и там вот такое вот обычное ароматное мыло. Приятное, прикольное. Ну, в общем-то, ничего особенного, но вот кто с собой берет дорогу, любит чем-то мыться, то тут уже вот в составе куча таких вот шариков в этой губке, и они долго, реально долго не измыливаются. Какое-то тут мыло особенное или что, я не понимаю. Запах очень приятный, из упаковки достала, нет ничего такого вот, чтобы там фу, химозно или еще что-то, нет. Запах такой нежненький, приятненький, но довольно ярковатый, нежный, яркий аромат, вот я бы его так описала, действительно, вот какой-то молочный апельсин, что ли, что-то типа этого. Далее у нас с вами вышла новая помада. Впервые тоже вот при вас ее открываю, держу в руках. Не знаю, какие у меня будут впечатления. Так, первый слой отпал. Ну, тут можно, кстати, загуглить для вас состав, для любителей состава. Вот, пожалуйста, посмотрите, так как это новинка. Долго-долго все показываю, зато вам будет интересно потом посмотреть. Запакована она таким образом для того, чтобы все видели, что никто до вас это не открывал, поэтому все заклеено. Значит, бальзам для губ SPF 10, лето, артикул 2980. Вы знаете, на цвет абсолютно такой же, как и предыдущий, и консистенция тоже абсолютно такая же, как и предыдущий. Прям не чувствую, что он чем-то отличается. Он очень мягкий, видите? Он очень мягкий и прямо жирный-жирный такой. Вот, показать вам. Губы увлажняет великолепно. И когда я его с собой беру в отпуск, у мужа часто бывает такое, что губы начинают ветрить из-за смены климата, когда проходит акклиматизация. И у меня точно такое же бывает. И вот один раз вы его нанесете, и все. Про акклиматизацию с губами можно забыть. Он действительно был крутым, и таким же и остался. Вот он, видите, такой вот густенький. Прям показываю вам, да? Очень подробно, чтобы вы поняли, что... Да, новинки у нас классные, суперские. Вот какие-то два сладко-кисленьких, на мой вкус, вот эти вот ароматы. Прикольные. Вот этот больше сластинки, в этом больше кислинки. Да, такие вот 34031 и 34028.
Ну, прикольные, приятные. Мне очень они понравились. Хочу полноценную же версию попробовать. Поэтому жду полноценную версию в пробнике. Прям мне захотелось купить обе воды. Мужу заказали большой объем шампуня и геля для душа. Но он его использует только как гель для душа. Он такой прозрачный, очень густой. Безумно классно пахнет S8, такой вот густой. Ой, ну приятно, приятно, конечно, очень. Далее, значит, у него артикул 13-12. Это большая версия шампуня. 400 мл, ребята, геля для душа и шампуня. Муж им пользуется только как гель для душа. Как шампунь ему не подходит, у него начинается перхоть, к сожалению. А вот, далее, шампунь против перхоти с перитионом, цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Вот это его фаворит. Вот это вот его must have. Такой вот густенький беленький шампунчик, нежный, легкий, невесомый аромат зеленого чая, больше, наверное, даже какой-то свежести. Артикул 13.03, он предназначен как для профилактики, так и для эффективной борьбы с перхотью. Формула на основе перитиона, цинка и высокоактивных компонентов, обеспечивает видимый результат уже после первого применения. Действительно, мужу понравился из всего No Snow именно вот этот. Он просто бомба. И в продуктовом нашем чате, в котором уже около 5000, наверное, человек, там девчонки часто советуют вот именно этот шампунь от перхоти для мужчин. И рассказывают, что их мужчины именно вот этим шампунем пользуются. Поэтому это выбор не только моего мужа, но и многих-многих мужчин. И тут еще, видите, есть вот этот перитион цинка. Он обладает выраженным противоперхотным свойством, снимает дискомфортные ощущения, успокаивает кожу головы, улучшая ее состояние. Также он корректирует баланс микрофлоры кожи головы, а зеленый чай способствует контролю над жирностью и подходит для ежедневного применения. Муж мне часто моет голову, 200 мл идет. Хорошо, кстати, пенится, нормально, долгоиграющий, на очень долго хватает. Далее, вот я долго думала, как представить далее, и решила потестировать, а потом уже рассказать вот про эту вот линеечку. Честно сказать, я получила этот заказ только сегодня и не понимаю, как без тестирования можно рассказать что-то о продукте. Запах очень приятный, консистенция тоже классная. Ну вот, например, вот этот крем, который увлажняющий ночной крем для лица, мне ужасно понравился. В плане того, что он вроде бы плотный, но легкий и хорошо очень впитывается. И он не скатывается. И он, видите, как мазь, значит, он не скатается. То есть он такой вот идет консистенции. Запах действительно практически отсутствует, что очень-очень приятно. И эта вся линейка называется Гиалуроника. Она представлена как увлажняющий ночной крем для лица, артикул 28-22. Далее, значит, это у нас идет мицеллярная вода, эффективно очищает кожу и бережно удаляет макияж с лица, глаз и губ благодаря мицеллам, которые притягивают макияж и загрязнения как магнит. Гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи. Значит, он идет 270 мл, артикул 28-19, такой большой тяжелый тюбик. Дальше, значит, идет увлажняющий дневной крем для лица 28-17. Далее идет увлажняющий крем для век. Легкий крем предотвращает преждевременное старение кожи 28-18. Кремушка для век. И вот такой вот получается концентрат. Это гидроконцентрат для лица 1,5% гиалурона. В нем содержится увлажняющее средство, стающие гелевые текстуры, содержит 1,5% гиалурона, который эффективно увлажняет, обеспечивает мгновенный лифтинг эффект, придает коже свежий вид. Поэтому я хочу это все протестировать и возьму это все с собой в поездку. Да, я уже потестировала, честно вам скажу. Ощущения первые очень приятные, прикольные, классные, запах хороший, не скатывается, но это все, что пока я могу сказать. Кожа моя, конечно, сказала спасибо, потому что когда я пользуюсь все время новинками, то один компонент, то другой компонент, то третий компонент. И, конечно же, когда наш организм любит и орешки, и мяско, и рыбку, и крупы, то и, понятно, наше лицо то же самое любит. А кто вот сидит на одной линейке все время, это тоже не есть гуд.
Не есть хорошо, как говорится. Вот, ну и наши средства я заказала прям все, но пока что, ну вот как я их протестирую, вот скажите, да, Leta Kids, SPF 15, вот это вот новая линейка, пока я не могу это все дело протестировать ни на чем, потому что мы никуда ехать не собираемся, но как поедем, конечно же, возьмем с собой, обязательно расскажем. Поэтому я вот эту линейку не стала по-хорошему долго описывать много, я ее сниму всю консистенцию, но не знаю, как ее представить, к сожалению, потому что очень много о ней отличных, классных отзывов, просто поменялась упаковка, а состав остался прежним, как пишет компания Faberlic. Еще у меня блендер, еще у меня одежда от коллекции Lovely Moments. Вот пришел такой блендер, но я его покажу вам в следующем обзоре, хорошо, мои хорошие? Прям в следующем, потому что обзор будет очень длинный. Итак, значит, вот одежда, которая пришла на Викуське, хочу показать близко. То есть тут Викуська будет мелькать, а тут, значит, я буду показывать, что я заказала ей. Значит, первая трикотажная фуфайка с коротким рукавом, артикул 533-714, размер 140, 100% хлопок. Классная, суперская, вот такой вот тут песик. Сверху все покрашено, антирастяжка, все идеально, великолепно. Следующая, Lovely Moments, трикотажная фуфайка с коротким рукавом, артикул 533-732, размер 140, 100% хлопок. Тоже точно такая же, как предыдущая, тоже есть антирастяжечка, все хорошо прошито, все великолепно. Тоже вот кармашек с пестиком. Это краска сверху, краску вот сколько бы я ни натягивала, она даже не лупается, то есть что-то такое вот качественное тут, очень качественное. Далее, тут немножечко другая красочка, немножечко другое покрытие, но тоже состав 100% хлопок, артикул 533-723, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Вот смотрите, как классно. Где-то у нас такая же кружка была, такая же наклейка была. У ребенка будет повод поиграть во все одинаково. Это тоже приятненько. Можно сделать фотосессию. Тоже, кстати, будет очень классно. Дальше цвет молочный, ну прям белый. Это последняя. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 533-741. Размер 140, 100% хлопок. Тут такой вот чудо выглядывает. Ну, классно сделали. Заморочились, конечно, с дизайном. Очень оригинально. Нигде раньше такого не видела и нигде раньше такого не встречала. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео!